Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли. Здесь это пятница 13, сегодня я играю вот за этого афроамериканца. И, наверное, вы задаете себе вопрос, а почему я вдруг решил за него играть? Ну, потому что обычно я беру какого-то одного персонажа и качаю его, и развиваю, и как-то привыкаю к нему, как-то учусь использовать его способности. Чё ты орёшь-то? Прекрати, хватит орать! Дура, где? Где она тут орёт? Чё ты орёшь? Топор берём. Смотри, в чём прикол. Короче, помните, я с вами уже обсуждал этот момент, что была такая идея поиграть просто ради интереса, просто потроллить немножечко... А, да, понятно, она вызывала, значит, Доми Джарвиса. Поиграть, потроллить игроков других, немножечко попортить им жизнь. Поэтому я сейчас что предлагаю сделать? Я сейчас вот так дверь закрываю, я фонарь включаю. И начинаю бить. Я выбрал самого сильного персонажа, чтобы он наносил максимальный урон. Прости, но я ее убил. Ладно, я сразу прошу прощения перед всеми игроками, которые увидят это и которые сейчас играют здесь. Что, мой топор сломался? А как топор мог сломаться? Но я Джейсону буду сегодня оказывать очень большую и совершенно бесплатную услугу. Возьмем кабиту. Я сейчас буду уничтожать других игроков. Ну что поделаешь, я буду портить им жизнь. Так, Джейсон у нас уже здесь, и он меня увидел, и он бежит сюда. Он-то не знает, что я за него играю. Так, давай-ка просто закроем дверь. Давай просто заблокируемся. И просто будем сидеть. Капец, он где-то рядом. Не надо. Уйди, я в твоей команде играю. Ты чё, идиота кусок. Так. Ох ты, блин. О май гад. Святой Господь. Ладно. Темень абсолютная. По-моему, он прорубает дверь. Я понял, все. Все, я понял, что нам нужно бежать. Ну, а что мы сейчас сделаем? Мы сейчас Джейсона выстрелим. Где он? Где ты, мать твою, за ногу? Не вижу его. Во, бежит. Попал. Бежим скорее! Стамина, кстати, у нашего афроамериканца. Как-то я побаиваюсь его называть негром, а то меня еще расистом каким-нибудь объявят. Неплохая. Он довольно-таки долго может бегать. А че у меня все такое серое стало? Он же вроде отстал, нет? Я застрял! Быстро, беги. Так, вон еще один выживший. Где-то рядом, выживший. Вон, китаец, смотри. Афроамериканец сейчас будет избивать китайца, смотри. А он еще не знает. Нет, отпустите. Блин, я так и знал, что предателей наказывают в первую очередь. Ух ты, нам повезло. Мы сегодня играем за Джейсон. Самый что прикол в том, что... Ребят, которые сидели сейчас в лобби, они обсуждали, а давайте Джейсона завалим. Давайте, ребят. И все говорили, если я буду Джейсоном, то я дам себя завалить. Хрен вам с маслом. И потому что я стал Джейсоном. Так, ребят, окей. Все, перемещаемся. Они собираются отправиться, кстати, сюда. И, по-моему, кто-то уже сюда идет. Смотри, он прям бежит сюда. Они прям бегут, потому что они хотят сейчас забрать свитер моей мамочки. А я буду ждать их здесь. Потому что они хотят убить меня. Но я не дам им этого сделать. Потому что это просто будет эпический провал. Завалить Джейсона в обычной катке очень и очень сложно. Так, чувство у нас готово уже. Кто, приближаются они? Кто-то плывет сюда? А, ребятушки? Кто ко мне идет? А давай-ка побежали. Сейчас мы в воду. Мы сейчас их в воде будем отлавливать. О, отлично. Смотри, бегает. Прекрасно. Так. Смотрим. Значит, ближайший находится где-то здесь, и вот они сейчас как раз на островочек хотят плыть. Сейчас я им буду устраивать морской бой. Вроде тихо. Давайте. Никого здесь нет, ребят, не переживайте, все нормально. Никто здесь не плавает. Хотя, видишь, я могу ждать очень долго. Они будут думать, что сейчас мы, подожди, это... Соберем полную машину, соберем... Значит, лодочку, если она здесь есть. А она здесь есть вообще? Лодочки здесь нет. Две машины здесь. Я, кстати, вижу вообще все места. Окей. Они могут просто воспользоваться тем, что я буду здесь нырять. Плавать, значит. Давайте следить. Я просто хочу, знаете, так вот, бесшумный убийца. Что-то они не... Смотри, они особо не спешат сюда.
на островочек-то мой. В гости-то ко мне, к Джейсону-то. Так, тихо. И они там. Вот они в доме, короче, здесь сидят. Ладно, мне нужно быть беспощадным, а что еще остается делать? Я играю за Джейсона с копьем. Это первый раз, когда я играю за Джейсона с копьем. Так, смотри, там кто-то бежит. Бежит вот здесь. Все, они меня, конечно же, увидят уже. Слышат, видят. Привет. Здоров, чуваки. Я здесь. Кто у нас там? Кто собрался на остров плыть? Кто собрался плыть на остров? Отзовись! Давай, 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 дубась. Опа! Че, кто там Джейсона хочет убить? Ну кто Джейсона хочет убить? А давай попробуем! Давай, 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 Джейсон, разбивай уже дверь. Так, они, по-моему, свалили уже отсюда. Нет? В доме, что ли, бегают? Сейчас, погоди, здорово. Здорово, чувачок. Давай, давай, давай. Не, сейчас мы сделаем так вот. Мы сейчас сделаем так вот. Поставим сюда капканчик. Отлично. Можешь теперь вылазить. Можешь выпрыгивать, сколько тебе душе угодно будет. Иди сюда, тварь. Ох, ты ж собака серая. Сейчас, погоди. Погоди, сейчас я до тебя доберусь, засранец. Ты не можешь умереть, говорит мамочка. Правильно? Все правильно. Так, знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас капканчик вот сюда поставим. На остров там никто не плывет у нас? Нет, вроде тишина. Так, значит, садиться они будут здесь. Значит, мы-ка поставим капканчик прямо вот сюда. Вот, отлично. Вот этот чувачило ходит прям, вот прям напрашивается. Прям напрашивается, чтоб я... Его схватил! Оба! Давай, 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 давай. Ах ты, блин! Ах ты, блин! Да, хоть. У кого свитер? Не, ребят. Мы сейчас за свитером сходим. Не, ребятушки, у вас это не получится сделать. Не получится. Разбегайся! Кто куда? Джейсон вышел на охоту. Аба. Стан. Стан, я вам сейчас дам. Промазал? Ты чё придумала, а? Эй, питоняшка! Слушай, нифига их собралось! Дайте аптечку, аптечку, аптечку! Аптечку! Давай аптечку мне! Джейсону надо аптечку! Аптечку, ёпта! Ну-ка, стоять! Пум! Есть! Не, Серёна, дай мы тебе... Опа! Что ты такой? Ааа, есть! Дайте! Оу, е! Флэш, возьми биту! Упс! Кто-то умер! Только стоять. Фу! Промазал. А! Слушай, она лечится там, успевает лечиться. Ты чё? Эй, толстый! Эй, толстый, иди сюда! Хватай толстого! Прикольно вообще. Как муравьи вокруг меня бегают. Как мочки на слона. Куда я делся? Почему я телепортировался-то сюда? Ничего не понимаю. Это весело. Может, правда, дать им себя убить? Я, по-моему, ни разу еще не участвовал в убиении. Может быть, это даже будет весело. Ну что, кто хочет убить Джейсона? Дай мы тебя убьем, серьезно, что ты такой? Убей меня нежно. Для ачивки, пожалуйста. Иди сюда, толстый. Он... О, что творит? Ладно, ладно, давайте убивайте меня. Кто тут хочет? Че, ты соглашаешься? Вот только давай без подставы. Давайте без давайте! Прикольно. Ты чупа. Только вдруг не материтесь. Ну-ка не материтесь, ребятушки, потому что серию на ютубчик записываем. Детишечки нас смотрят. Маты нельзя в серию, чтоб попадали. А кто сматерится, тот сразу же на копье Джейсона попадет. Ты злой. О, я очень злой. Че, сбили они мою маску-то, нет? Ну вы давайте быстрее уже, ищите свитер, ёшкин матрёшкин. Че бегаете-то туда-сюда? Не буду я вас никого убивать. Свитер, ты нам даёшь его сердце. Давайте, давайте. А что вы хотите, чтобы все так легко было, что ли? Поднапрягитесь хоть чуть-чуть. Да конечно, ты нас свитер отгоняешь, лох. Я вас буду ловить за шею. Свитерок, давай я побегу за... Оп, свитерок! Ты хоть знаешь, где он то? Не знаю! Я бегу. Где твоя хибара-то, Джейк? А, вас еще и в свою хибару проводить надо? Ну, пойдем.
Да, гид, пошли, проводчик. Хорошо, детишечки. Сейчас я устрою вам экскурсию по лагерю. А ну идите за мной и не бегите вперед, бати. Это так весело. Вот он, Джейсон, предводитель маленьких детишечек. Ой, это очень забавно. Смотрите направо, здесь лежит несносная негритянка, у которой вшило было в попе. Никак не сиделась ей на месте. Куда все остальные-то убежали? Чего они там гасятся? Вы им сообщите, чтобы они не вздумали убежать на машине. Я тут решил дать себя убить, и они так просто возьмут и бездарно свалят. Может, вам еще и на остров сплавать и свитерок принести? Не, давай я сам. Ну ладно, сам так сам. Следуй за мной. И не смей подражать дяде Джейсону. Хорошо. Забавная, самая няшная, самая милая каточка у нас сегодня. Давай на перегонки, кто вперед. Давай, толстый, греби изо всех сил. Джейсон все равно тебя обгонит. Ой, прикол вообще. Такой прикол. Че он там? Утонул, что ли? Толстый, ты не захлебнулся? Нет, да. Ладно. Иди сюда, спортсменочка, бери давай быстрей свитерок. Не обращай внимания на запах, я его давно не стирал. О, ничего, так выглядишь, молодец. Почти на маму мою похожа. Давай шуруй быстрее отсюда с моей хаты. Чё ты делаешь? Мне кажется, я нашел новую мамочку. Мама, пойдем со мной, покупаемся. Что, ты дашь нам? Убить нам тебя. Как это? А ты куда плывешь? Ну-ка обратно давай, быстро, я сказал. Привет, сучок. Ты чё творишь? Ты чё придумал, а? Кто в меня стрелял? Это вот она вот в свитере, по-любому. Топором меня выстрелил, ага. Дай я тебе смазку скину. А ну все за мной быстро на материк. Не топором, не топором, не бей топором. Ну-ка обратно пошли со мной все. Чувак. Давай на перегонки, кто вперед. Толстый, ну возвращайся быстро. Хватит по моему дому ходить, я потом за тобой полы подтирать буду целую вечность. Мне кажется, я самый разговорчивый Джейсон из тех, кто когда-либо играл в эту игру. Ух, схвачу. Иди сюда. Ладно, ладно, все, отбивайся. Пойдем поплаваем с тобой. Пойдем поплаваем. Ой, так забавно вообще. Мне просто нравится вас хватать, детишечки. Да твоя мама, что у тебя? Маманя, иди сюда быстро. Где все остальные, я не понял. Они плывут. Погодите, дай оружие взять. Так, у нас кто-то на машине уезжает. Вот, машину подерем. На машине кто-то уже уехал. Похоже, что кто-то уже свалил на машине. Несчастные. Нужно... Надо Томича найти, да. Ну что, маманя, что ты будешь со мной теперь делать? Снимем себя маску. Кью не нажимает. Ну давай, мне уже надоело ее носить. Он говорит, fuck you. Ты че материшься? Какой fuck you тебе? Встаем. Так. Ой, хорошо, отдохнул, вообще классно. Ну, кто следующий будет меня бить? Ой! Ты меня будешь! Ох ты, блин! Ох ты! Ты чё летаешь? Нифига себе! Летающий! Ха-ха! Смотри, летающий! Я твоя мама! Мама, ты летаешь! Нет! Этого не может быть! Это просто какой-то экзорцизм! Что с ним происходит? Летающий! Офигеть! Это просто офигеть!
Мне кажется, что темные силы пришли в этот лагерь, детишечки. Она так ударивает, вообще, такой прикол. Слушайте, ребята, это вообще, это очень крутой баг. Вы только друг друга смотрите, не перебейте. Я забрал маску. Ой, какой красавчик, ты посмотри. Теперь Томми Джарвиса нужно вызвать. Ой, да, какой что? Красавчик! Ты посмотри, Джейсон-то у нас вообще няшечка! С маманей летающий! Маманя, хватит летать! Спускайся на землю! У мамы красиво. Это вообще прикольно! Слушай, по-моему, это самая ржачная серия, которая когда-нибудь была. А теперь все девчонки потянутся, да? Все девчонки теперь мои, даже толстый вот этот тоже будет мой. О-о-о, как... Слышь, толстый! Мама! Мама, хватит летать, я сказал! Понятно? А ну на землю спустись! Трогай. Чё, мама, не летаешь больше? Нет. Это... Ну кто там? Где Томми Джарвис? Томми Джарвис быстро его забывайте. Я пошёл в Томми Джарвис. Или надо, может быть, кого-то замочить, чтобы Томми Джарвис появился у нас? Нет, надо вызвать его. Ладно, я вам тишину устрою, не переживайте. Пойдем, мама, прогуляемся под луной. Мне так скучно и одиноко, со мной никто не дружит. Короче, красавчик. Я просто супер. Вообще. Как ее бросить? Как я бросить-то? Что-то ничего не понимаю. Get up, Jason. Никто не хочет меня убивать. Почему меня никто не хочет убивать? Я чуть ничего не понял. Такая халява раз в жизни вообще бывает. Сейчас тебя убьют. Сейчас найдут Томми Джарвис. Ну давайте, мне его еще искать придется, да? Так, а кто у нас там на карте? Машина. Ну, машина, короче, рядом здесь. Ладно, главное, чтобы никто не залез в эту машину. Главное, чтобы Томми Джарвис туда не залез. Сынок, а ты не знаешь, где карта тут есть? Карта? Ну, конечно, знаю, это же мой лагерь. Пойдем, сынок. Карта у нас где-то должна быть на... Возле вывески, типа там, добро пожаловать, такое. За мной бегут. Папочка Джейсон сейчас тебе все покажет и расскажет. Так, ну и что? То есть идея в том, чтобы... То есть должен быть свитер этим... свитером, топором нужно сбить с меня маску, потом Томми Джарвис должен меня мачете долбануть, и таким образом я вроде как должен сдохнуть. Иди сюда. Пойдем, я тебя понесу, чё ты ходишь и напрягаешься? Я тебе помогу, не переживай, просто наслаждайся погодой. Хоть с меня стрелять будет, смотри. Ой, промахнулся. Это ж кто ж такой мазила-то у нас в маленьких шортиках? Короче. Уже это что такое? Пень? Я что, могу пень убить? Ну да, такое еще. Не, я не хочу тебя убивать. Давай, уже отбрыкивайся. Видимо, с каждым разом ей освободиться все сложнее и сложнее становится, поэтому не получается. Ну чё? Кто придет? Ну давай уже! Давай уже спрыгивай, хватит! Наконец-то. Кора вообще. Так, ладно. Пошли. Томми Джарвис! О, здорово! Я тебя заждался уже! Так, погоди, не бей меня! Не бей! Не надо! Фу, кака, брось! Так, детишечки, все сюда собираемся! Сейчас будет развлечение под названием «Убей Джейсона». Сейчас, мне нужно мачете взять. Давай, бери мачете, там все, что тебе нужно, хватай! Я вот прям на свет пойду, чтобы вам хорошо видно было все. Детишечки, вы где? Детишечек что-то нету. Детишечки пропали. Дайте мамочке Джейсона оружие, быстро. Мамочке оружие быстро отдали, а то я сейчас всех быстро на кол посажу. Погоди, тихо. Томми Джарвис, купи маску. Маски уже нету, стой! Погоди, не надо ничего бить. Найс, стоп. Стою, не дрыгаюсь. Секунду. Вот, оружие, вот. Мама. Детишечки, все в круг, быстро! Кто там в доме шарится, я сказал? Ну-ка, быстро сюда все! Толстый, беги сюда, давай, шевели помидорами! Джейсона сейчас убивать будут! Погодите.
Так, сейчас напью, нажимаю ударяю. Вы только определитесь, что вы будете делать сначала, а то у вас и неразбериха какая-то, я смотрю. Так, я сейчас нажимаю и ударяю. Ты нажимаешь на кнюю? Давайте бейте уже, я не знаю, что сделаете со мной, я хочу страдать. Надоело вас убивать. Сопротивляться. Ударяй. Мама, погоди, не пой мне эту колыбельную, не надо, а то я сейчас описываюсь. Ты прокосил с таймингом. Таймингом прокосил, ну как ты так мог? Таймингом прокосил, ёпта. Чё, вы потеряли мою кофту? Где моя мама, я не понял. Эй, детишечки, вы чё? Кто меня убивать будет? Такое ощущение, что теперь они уже... Такое ощущение, что теперь уже никто не сможет меня убить. Я прав? Я предлагаю нам убежать отсюда. Правильно, детишечки, разбегайтесь, потому что Джейсон поменял свое мнение. Вставай, Джейсон! Фига он долго, смотри, сопротивляется. Ааа, пошли, поехали! Давай, сейчас мы быстренько, не понял. Ах, вы засранцы! Сейчас я вам... 2 минуты осталось, чё? Так, всё, надо торопиться. Успеешь? Давай, толстый. Так, ну всё, ребят, хватит. Убивай котиком, решил кинуть, эй. Опа! Давай, хватит. Да что ж такое-то? А ну, брось петарды. Где не Новый год сейчас? Бум. Ну, короче, просто их надо просто, короче, так вот забирать. Так, толстый у нас ходит. 2 минуты осталось. За 2 минуты я не уверен, что я такую басоту детишечек забью насмерть. Ну да ладно, пошли. Похильте меня, пожалуйста. Опа. Давай, бей. Одна надежда осталась. Просто бить их. Просто избивать. Пока-пока. Да что такое, я не понял. Почему он перестал их бить? Просто перестал бить. Давай, быстрее. Вставай. Очень, очень стрёмно получилось, что, похоже, они не успели вовремя что-то там нажать. И в итоге они остались. Че, ты будешь капканы? Капканы ставь. Капкан ставь, тебе говорю. Капкан ставь, Джейсон. Ну что такое-то? Почему он не ставит капкан? Please, give me a weapon. Вепон тебе. Сейчас тебе такой вепон сделаю. Вепон сейчас дам, погоди. Давай, вепон. Сейчас побольше вепонов. Отойдите. Все тебе хана, я сказал. Все, загасил. Так, отлично. Следующий. Хватай ее. Давай. Джейсон, давай! Ну! Оу, е! Почему-то не все добивания готовы были. Это очень странно. Джейсон решил поиграть с вами в другую игру, ребятишечки. Но времени очень мало на самом деле, поэтому я вряд ли что-то успею сделать. Но кого-нибудь, может, еще все-таки мы зацепим сейчас. Все, я не успел, блин, всех убить. 3 из 8 мы загасили, но, опять же, эта серия, можно сказать, эта катка была постановочная, потому что пытались все-таки действительно совершить убийство Джейсона, но ничего не получилось. Кто-то там профукал, возможно, что-то ударил в свитере, он, похоже, одноразовый. То есть нужно было вовремя это сделать, пока я там сопротивлялся этой речи, как бы, мамочки так называемой, и надо было что-то там ударить меня или что-то со мной сделать, короче говоря. Не получилось, как говорится, не фартануло, ну, может быть, получится в следующий раз. А это вы увидите уже в следующей серии. А пока что, если вам понравилось это видео и вы веселились точно так же, как веселился я, то обязательно влепите лайк этому видео, пишите ваши комментарии, напишите, что там на самом деле было не так сделано, что он там про тайминг говорил. Наверное, вовремя что-то не нажал. Ни разу Джейсона не убивали, может быть, получится в следующий раз. Подписывайтесь на мой канал, если вам хочется видеть больше серий по 5.13. Добавляйтесь, друзья, ВКонтакте и в Инстаграме. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.